Когда в семье много детей, то все сложнее определиться с выбором имени для новорожденного. Если кто-то стоит перед таким приятным выбором, то ему стоит знать, что сейчас самые популярные имена у детей – София и Михаил. Такие данные опубликовал ЗАГС по итогам за прошлый год. Об этом сообщает информационный портал «Панорама.Про», входящий в наш медиахолдинг «Тверской проспект». Самым популярным именем среди девочек стало имя София – 24 тысячи детей. В топ-3 женских имен также вошли Ева – 19 тысяч с небольшим, и Анна – 18 тысяч. Четвертое и пятое по популярности имена занимают Мария и Виктория. Среди мужских имен на первом месте Михаил – 23 тысячи с небольшим новорожденных. В топ-5 также вошли имена Артем – почти 23 тысячи, Александр – 22 600, Матвей – 18 тысяч и Максим – 17 тысяч. Мальчиков родилось больше, чем девочек – 52% и 48% соответственно. Отметим, что средний возраст матери и отца составил 29 лет.